Есть контакт? Привет, друзья! Так это Пермь. Гарант сервис Пермь. Чтобы на все лето люди бросали свои предприятия и не зарабатывали деньги до осени. Да где может. Такое видно? Может. В Перми может. Да почему? Да это Пермь! Что? Пермь – культурная столица России. Мы-то это знаем, мы у мэра спросили. Сквер у галереи выглядит клево. Даже есть парковка для 67-го. Вот здесь инкассатор деньги зарыл, а местный лесничий себе бэху купил. Даже москвичам и то понятно всем. Культурная столица, так это Пермь. Москвичи, не Пермь, а Перми. Так это Перми. Так это Пермь, так это Пермь. Так это Пермь, так это Пермь, так это Пермь. Так это Пермь, так это Пермь. Так это Пермь, так это Пермь, так это Пермь. Так это Пермь, так это Пермь. Так это Пермь, так это Пермь, так это Пермь. Так это Пермь, так это Пермь. Так это Пермь, так это Пермь, так это Пермь. Ты можешь не знать, сколько пальцев на руке, но обязан ты знать про этот город на реке. Все зрители в зале хлопают в ладоши, а вот этот парень на Ленина похожий. А это великий деятель культуры Михаил Ломоносов. А, не-не-не. Вот на мотовилихе ребята плавят сталь, а это ситикет, если немного усталь. А, так это Граль. Граль, так это Граль. Так это Граль, так это Граль. Так это Граль, так это Граль, так это Граль. Так это Граль, так это Граль. Так это Граль, так это Граль, так это Граль. Пермь, культурная столица края. Пермь, культурная столица Урала. Пермь, культурная столица России. Пермь, культурная столица мира. Пермь, все знают, несомненно. Пермь, культурная столица вселенной.